выдающиеся компании из США, Таиланда, Польши, Великобритании, России, Германии, и список их доходит до 10 стран. Говорить будем о том, куда нужно вкладывать деньги, где какая доходность, где какие риски, где какие ошибки совершали те или иные инвесторы. Какие страны предлагают гражданство и вид на жительство за инвестиции, и как выбрать самый подходящий вариант? Как стать совладельцем отеля Кемпинский или Хаят или других известных сетей, получать ежегодный доход и оформить гражданство для всей семьи? Если вы ищете инвестиции в быстро растущий рынок, если вас интересует стабильный доход или вы просто хотите жить в тропическом раю, мы расскажем вам о том, как выгодно инвестировать свои средства в зарубежную недвижимость и второе гражданство Карибских островов. Работодатели, международные корпорации, банки, IT-компании платят хорошо, доходы людей растут. Альткоины сегодня стали более активным и интересным активом для настоящего трейдинга. Крупные киты, крупные компании поверили в криптовалюту и выходят на рынок. Проведем дискуссию со всеми зрителями, зададим вопросы, возможно, неудобные вопросы для спикеров. И в конце вебинара мы бы хотели подвести итоги, выбрать зрителя, который задал самый лучший вопрос, самый провокационный, самый острый вопрос нашим экспертам. Сумма номинации $5000. Но об этом я расскажу вам на нашем вебинаре. Без воды, только конкретика. Встречаемся 14 июня в 19 по Москве на открытом вебинаре.